Хей, йоу, гейс, вами Шимики, и мы продолжаем проходить, или даже сказать, смотреть бета-версию Dark Medieval Times, альфа, да, у нас. Это вторая уже версия альфа. Как вы помните, если вы хотите, там внизу, может быть, и оставлю на старые видео, да, с данной игрой. Короче, я скачал же ее посмотреть, типа, альфа-демо вторую часть. Мне пришлось заново проходить ее, поэтому как-то так. Заметил ли я какие-то инновации, да, типа что-то новенькое в игре? Да, увидел. То есть у нас добавился еще один тип оружия. Как вы помните, вот. Сейчас давайте покажу. Так, я хотел... Знаете, что сделать? Подождите. Ой, здесь очень сложное управление именно в кнопках. Здесь стрелочками. Сейчас. Сделаем все по красоте. Давайте я вот здесь сделаю. Ну, пускай будет так, да? Или... Да, пускай будет так. Мне нужна вебочка немножко. Захват. Так. Так, так, так. Вот так. Так, размытия нету? Нету. Значит, FPS отличненько. Ну, чтобы, типа, вы видели хотя бы вот предметы, которые там снизу надо мной. Поехали. Как вы помните, здесь мы убили с вами тогда... А, оружие, точно. У нас добавился новый тип оружия, который я вижу. Вот. Палка. Электрическая палка. Она бьет по радиусу. Довольно прикольная вещь. Как вы помните, мы закончили на том, что... Мы просто прошли сюда и прошли через те ворота. И все, игра закончилась. Здесь же у нас уже видно. Есть подъем наверх. Так, гаргулья какая-то. Вперед есть проход. То есть у нас уже два ответвления. Это походу порталы, да? Сейчас давайте я вот это сделаю. Опа! Смотрите, у нас уже стены появились с вами. Стены, скрытные стены. Так, туда никуда не подняться. Хорошо. Так, да, S. Это Dev. Джестер какой-то. Ну и вы знаете, я немного херовенький в английском. Ну, именно в переводе. Что-то красная луна. Красная луна. Нер-нер-нер. Ох, мой... Мое лицо, о the side of the mirror. Бла-бла-бла. Ха-ха-ха, да. You want... А, это... Ладно, не суть. Что это делает? Это меня куда-то перемещает или что? То есть вы... О, ни хрена себе. Темный мечник. А, держу в курсе. Нормальная ли палка? Ну, как вы видите, то, что он может атаковать... всех поблизости на радиусе. Ну, как вы видите, меня отпиздили. Да. Но это, походу, типа местной арены. Гиганта этого я не помню. Блин, как-то тихо, да? По звукам. Давайте еще прибавлю. А ну-ка. Просто я же тогда снимал с помощью... Бандикама. А сейчас я снимаю с помощью ОБС все это дело. Вообще все игры. Ладно, давайте в обратно. Я хочу посмотреть проходы. Могу или и туда пойти. Ну, типа снизу, сверху. На арену мы, может быть, еще вернемся. Так, давайте в эту сторону попробуем. Угу.
То есть сюда не-не. Сюда нельзя. Хорошо, давайте вниз. Так, закрыто. Но здесь уже что-то грузится. Там. А, здесь закрыто, ё-моё. А нам нужно проход на сверху, видите? Ай-яй. Ладно, сейчас посмотрим. Давайте тогда в арену, у нас вариантов не так уж много. Так, только палку нужно заменить будет. А я души проебал. Чёрт! Минус 9К. Минус 9К? Просто изи. Там, короче, смотрите. Сейчас покажу как-то. Красные — это 200 хп. Желтенькие — это 400. А вот эти цветочки, да, типа усопшие, это нам восстанавливает по 50%. Так, давайте я, наверное, меч поставлю. А, тут еще ж магия добавилась. Сейчас покажу, стоять. Так, вернуться. Так, тихо. Сюда, сюда. И вот, видите, магия есть. И типа он копье пуляет. Ну, это такой на самом деле. Так, теперь вернуть. Мне нужен меч. Оружия здесь довольно много, но пока что это понятное дело, что все разрабатывается, все делается. Главное, что это уже есть. А, то есть у нас враги разные. Ах ты ж, ё-моё. Вау. Не-не-не, палки, брысь. Не, давайте я типа сражу их, но... Тихо. А что это за херь? Тихо-тихо-тихо. А, то есть они бесконечно, да, появляются? Типа... Не знаю. Да, не должны быть бесконечно, алло. Тут видно, что типа рандом. Не, давайте я, наверное, палку возьму. Мы с вами смотрим, в принципе, считайте обновление, даже если серия выйдет маленькой. Да, все-таки души, смотрите, мне даются. То есть, это, считайте, местный аналог того, что могу здесь стоять просто и прокачиваться. Или стамину прокачать. Ну, блин, фигня в том, что здесь не так уж все значительно и прокачивается. Типа, немного прокачивается. Я имею в виду. Цветочки у меня тратятся, и они не остаются. Ну ладно, в принципе, можно сдохнуть. Да. Ну, блин, смотрите. У нас есть новые уже NPC-шки. Два уже, как максимум. Есть портал в данную локацию. Есть в локацию, которая работает. Работает. Блин, ну такое. А он типа вражеский, что ли? О, даже так. Ну, гус вместе с ним. А, смотрите, а там, видите, в конце ждет меня типа этого сундука. И довольно... Ой-ой-ой, ты что, двоих убил? А, меня тоже убили, найс. Ну,
В принципе, это сундук золотой, то есть у нас уже новый вид из сундука есть. Это, походу, порталы типа испытаний. Давайте переключимся на меч. Попробуем. Я готов kill the all. Давай уничтожим всех. Погнали. Души, смотрите, в принципе, тоже дают за них. Даже если убил их не я. Нет! А души... А, так мне еще и души дают за то, что он убивает. Ай. Сука. Я забываю хилиться. Короче, нужно не экономить эти хилки. То, что все равно мне их потом забирают. Смотрите, в принципе, у него хп нормальное. Я могу, видите, типа, апать просто души благодаря ему. То, что он, типа, их убивает. Поехали. Нам нужно одолеть. Я хочу посмотреть, что в сундуке. Так, нужно, короче, за стаминой смотреть. Ой-ой-ой. А, класс. Класс. Держу в курсе. Как-то быстро меня кокнули. Блин, вот видите, в чем фигня? То есть они так бы только на меня нападали, да? Я знал бы, в куда они атакуют. А так они в разброс начинают атаковать. Давай, поехали. Я сначала подумал, что он типа злобный. Ну, оказалось. Вот, сука, ну чё ты на меня прыгаешь? Убьешь его? Убьет. Самые опасные в игре, по сути, это два типа врагов. Если вы помните, до апновы это были у нас зомби мохнатыми руками. Потому что они, типа, когда начинают в агрессию быть, они очень, типа, быстро атакуют у нас. Здесь же... И они легенькие из-за того, что у нас типа палка хуялка. Вот это. Так. Не, все равно типа неудобно управлять. А. Давай ты там это, разбирайся, да? Ой. Ой-ой-ой. Тихо. Тихо. Давай, я все дам. Нет, нет, нет. Давай, это лаз остался. Да? Да. Смотрим, что же там у нас ждет в сундуке. И, в принципе, можно заканчивать серию. Пиральные что-то та-та. Так, я никогда их не юзал, поэтому... Давайте я, наверное, протещу, что вообще они дают. А, подождите. А, дамаг наносит. Перец. А, так... Это душ. Подождите, эти души выпадают из... По
Понятно. Повышает. Вот это уже синий хороший с хпшкой. Вот это у нас получается предметы, которые нужно отдавать игрокам, ну не игрокам, а NPC-шкам специальным. Либо для того, чтобы что-то строить. Так, ну давайте... Видите, я его атаковать не могу. Так. Ну да. Так, эти у нас по 500 дают. 1200. Ну да, видите, это аналог, считайте, камней душ. А давайте мы с вами сейчас прокачаемся, подождите. Стамином. ХП я вообще не хочу вкачивать. И погнали. Я хочу поговорить с этим мужичком, может он нам что-то еще даст взамен то, что мы типа выполнили. Скорее всего, он просто открывает порталы в... на темную луну. Кажется, оно так и есть. То есть у нас большинство дверей с вами заперты. Блин, нужно еще будет сейчас с гусенички сходить и посмотреть, что у нее в магазине. Может, там новый товар какие-то именно позавозили. Здесь нихера нам не открыть. А сверху, как бы, локация закрыта. То есть там нужно ждать обновления. Походу, только в обновлении, вот это во второй демке, нам добавили. Считайте, типа арены. Двух NPC. Ну и одну, по идее, локацию, которая, скорее всего, только немного сделана, то есть она неполноценная. Здесь немного у нас локацию так изменили. Вот, отсюда вот можно выбить вот этих... Вот, видите? Плюс 500 душ. Я не знаю, не типа это. Или только с перехода в локацию в локацию. Вот это червячок у нас. Глутон. Но я не помню, что ему нужно было давать. А, Solid Misma. Все, вижу. Все, все, все. То есть у него есть души, я вот вижу, да? Потерянные души, всякие эликсирчики. О, вот этого вот не было. Мистического гифта, типа подарка. Ну, ладненько. В принципе, как-то, ребят, вот так. То есть, обновление, конечно, не очень крупное, да? Но все-таки что-то еще добавили. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи. А, еще новое оружие вспомнил, добавили. Поэтому, как так? Поэтому всем пока, до следующих обновлений игры. Либо когда она уже выйдет в фулл версии. Всем пока.